Работы по отлову, стерилизации, вакцинации безнадзорных собак во Владивостоке продолжаются. Второй год эти функции по контракту с администрацией города выполняет компания «Аристократ». Так, уже с начала года 743 собаки прошли отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск. Уже за это время мы видим позитивные изменения. Так, если в феврале прошлого года количество жалоб на агрессивных безнадзорных собак составляло до 10 в день, то сейчас количество таких жалоб сократилось до 2-3 в неделю, а иногда бывают периоды, когда мы, в принципе, не получаем таких жалоб. Основной формой работы с бездомными животными является их изъятие из городской среды и помещение в приюты. На днях состоялся отлов безнадзорных собак на улице Нейбута. От администрации поступает заказ-наряд. Мы выезжаем на адрес, общаемся с заявителем, ищем собачек. Отлавливаются собачки с помощью клетки-ловушки. После того, как бродячий пес попадает в приют, он должен отсидеть карантин 10 дней. Затем приезжает ветеринар, который стерилизует и вакцинирует животное. А на 21-й день собака отправляется обратно в то место, откуда ее забрали. Если, конечно, она не проявляет агрессии. Бергованные собачки находятся на приюте в течение 15 дней. И за это время наблюдение за собачками делается акт мотивированной или немотивированной агрессии. Если собака не проявляет немотивированной агрессии, она выпускается через 2 недели в также прежние места обитания. Если мы по акту делаем заключение, что собачка все-таки проявляет агрессию, такая собачка остается на постоянное место жительства. Но не стоит забывать, что бездомные животные – это следствие безответственного отношения человека. Можно сколько угодно заниматься отловом, стерилизацией безнадзорных собак, но главная проблема во всем этом, что животные регулярно лишаются своих домов просто потому, что надоели своим хозяевам. Давайте быть в ответе за тех, кого мы приручили. Анна Дьякова, новости на 8.